Карпычев Виктор Александрович. Президент Тульского землячества Давыдов Евгений Михайлович. Руководитель Тульского землячества Полосов Иван Кузьмич. Два года назад мы установили стелу с вами в честь памяти 143 бойцов из Донбасса. Сегодня мы склоняем свои головы у могилы их. Ушли они с Нижегородской земли. Покоиться будут навечно здесь, в Тульске. Сегодня говорим мы слова огромной благодарности всем, кто от истока прошел этот путь, Дине Анатольевне, Александру Никитовичу, Алёше со своими молодыми помощниками. Низкий поклон вам за то, что вы сделали свое великое дело. Здесь присутствует делегация не только Нижегородского землячества, но и делегация от Нижнего Новгорода и области. Обращаясь к молодежи, я хотел бы сказать: о вы, наследники победы, храните память о дедах, и что бы с вами ни случилось, не превращайте память в прах. Берегите друг друга, дружите, создавайте все для того, чтобы Отечество, которое доверяет вам свою судьбу, было уверено в том, что она будет счастливой. Спасибо вам огромное и в добрый путь, молодежь! Дорогие земляки, уважаемые участники траурного нашего митинга, с сердечной болью каждый из нас воспринимает известие о том, что еще найдены захоронения, найдены останки тех воинов, которые героически сражались на нашей тульской земле. Сегодня мы прощаемся с группой неизвестных, казалось бы, солдат, но благодаря гражданской ответственности, благодаря человеческому существу нашему, мы сегодня имеем возможность отдать дань благодарности, уважения, любви ко всем тем, кто защитил нашу Родину, нашу землю. Я искренне хочу поблагодарить Александра Никитовича Лепехина, который вот с маленького, казалось бы, с маленькой информацией, но смог по достоинству довести дело до конца, и с помощью вашей мы сегодня выполняем свой гражданский долг. Спасибо. Дорогие друзья, для проведения панихиды приглашается клирик храма Параскева Пятницы отец Дмитрий. Мы совершаем перезахоронение тех людей, которые сражались за нашу веру, за наш народ, за нашу Родину. И положили душу свою за другие своя. Упокой души рабы, яко единиси человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты еси Бог сошед в ад. Юзок, окованных разрешивый, слава души рабы. И благослови.
59 бойцов и командиров Красной Армии, сложивших свои головы в 41 году. Эти останки были обретены благодаря упорной работе войсковых объединений Тульской области, войскового движения России, ребят неравнодушных к своей истории и памяти павших. И позвольте от имени Российского Союза ветеранов и лично от имени генерал армии Моисеева Михаила Алексеевича передать им благодарность и наградить медалями за отличие в поисковом движении. Медалью за отличие в поисковом движении награждается Полунин Алексей Геннадьевич. Лебедев Павел Николаевич. Погодский Александр Сергеевич. Шмидт Виктор Сергеевич. Новиков Валерий Владимирович. Барышников Евгений Иванович. Последний документ на капитана Миллера исключить из списка личного состава Красной Армии. Все. Помощь в поисковом движении и организации проведения мероприятий на территории Тульской области, Киреевского района медалью за отличие в поисковом движении награждается Рулевская Ольга Сергеевна. Величко Инна Анатольевна. Еще раз огромное спасибо поисковикам и всем, кто присутствует здесь за неравнодушие к этому мероприятию. А мы с вами можем как-то потом встретимся. Добро. Вы где базируетесь? Вот в штабе у Бакина.